Ребята, очередная посылка у меня. Посылка пришла, думаю, из Китая. Я заказывал Powerbank. Надеюсь, видно, сейчас покажу. Вот такой Powerbank заказывал. За 1535 тут написано. И этот Powerbank у меня из села одноклассник тоже заказывал. И отзывы вроде неплохие. И эта посылка, ну, по грамму 0,535 грамм. Вес такой, хороший вес, полкилограмм. И самое главное, я сейчас что-то надеюсь, что это Powerbank, но здесь написано Владимир Игошин. Вот тут Владимир Игошин. И пришла посылка из Москвы. Может, как-то через посредника эта посылка приходит. Сперва с Китая в Москву, там как-то уже переадресовывают и дальше отправляют уже по адресу. Ну да, вот. Слышите такой звук, похоже на Powerbank. Я думаю, это Powerbank. Мой заказ пришел. И упругая коробка там, и этот, как его, пупырышки такие, которые щелкают, ну, противоударные штучки такие. Ну, да, и не будем время тянуть. Посмотрим, что там. Вот такая. О. Ну да. Да-да-да, Ромас. Вон, Ромас написано. Ромас, и вот тут тоже Ромас 20 тысяч миллиампер час там, ну, такой объем батарейки здесь очень хороший. У меня вот такой Powerbank был. Ну, сейчас кратко тоже покажу. Сейчас не будем тянуть. Ну, по упаковке уже видно, что фирма неплохая. Какой-то вот знак, все это дело. Для чего я это показываю? Ну, для того, если понравится мне этот Powerbank, я уже оставлю под этим видео в описании ссылку, откуда я получил эту посылку. Потому что не хочу никого обманывать. И это не реклама, это чисто для себя. Вот я прикупил сейчас, потому что много снимаю. И так, упаковано, конечно, конкретно. 445 грамм весит, но все тут написано. Надеюсь, видно. Сколько весит, что почем. Ну вот, как мы видим, она родимая, она. Вот. Там также провод идет и сам Powerbank. Но вес, конечно, я вам скажу, вес тяжелый. Это чисто на технике возить там, в избушке там, как сказать, заряжать. Но не в рюкзак и таскать. Я не люблю такое. Вот у меня 10 тысяч миллиампер час. И вот размер такой. Смотрите. Почти наполовину. Но вес у меня тоже не легкий. Вес, по весу уже можно знать, что Powerbank объем, ну, очень большой там для зарядки. А бывает там корпус большой, а сам Powerbank легкий. И это доказывает, что батарейки там слабые. Так что на это надо внимание обращать. Я не испугался, что вот вес тяжелый. Это избушка самое то будет. Вон он. И зарядка. Зарядка три шкалы показывает. Чуть-чуть подзарядить и все. Ну, два выхода USB тут. И для самого зарядки тут еще отверстие. Вот такие дела. Короче, я
В описании оставлю, как сказать, в описании оставлю этот адрес, откуда я, ну, а с Алиэкспресса сайт оставлю, там, если кто надумает заказывать, там уже проверено, вот, без обмана все, посылка пришла, я не знаю, сколько там времени прошло, но посылка пришла быстро, продавец не обманул, упаковка, как все уже, это не из подвала, это видно, что с Китая, там, с хорошего магазина, 2017 года выпуск, 2017 год, 10-11, так что посылка отлично понравилась, класс. И корпус, такой твердый корпус, все это дело. И сейчас еще одну штучку покажу, именно для чего я еще это взял. Вот смотрите, ребята, я чуть раньше тоже покупал с Алиэкспресса вот такой фонарик. От USB работает. И сейчас сразу проверим, как оно вообще подходит, работает, нет. Видели? Диодовая лампочка. И она не обжора, там экономично, много энергии не берет. А в избушке я уже буду в этом году уже при этом свете я уже буду отдыхать там вечером буду в избушке сидеть там, разделывать кого-то или еще, ну, просто ужинать. Вот такая, вот, три шкалы видно, и такой свет у меня в избушке будет. Так что такие безделушки в Алиэкспрессе куча. И можно поменьше диоды выбрать, побольше. Это я тоже иногда бывает заказываю. Приходит посылка. Отлично, вон как светло. Видели? В избушке так ярко будет. И дополнительно еще станцию я на избушку с собой беру. Ну, электростанцию. Тоже китайский чемпион. И этим уже буду, если еще дед, буду заряжать повербанк, а там уже ночью вот такое. И вот на данный момент у меня два повербанка. Один в избушке будет, другой будет в кармане заряжать. Вот так. И вот здесь можно еще попасть. Так, подождите. Да. Можно попасть еще на скидки. Здесь еще в Алиэкспрессе бывают там скидки. И подешевле даже можно купить такие безделушки. И вот, скажем, здесь вот я выбрал из Китая цвет туда-сюда. И выходит 1539. Ну, сейчас еще поближе. Так. И вот тут я вот набрал, какое мне надо. Ну, чуть-чуть, наверное. Так, вот Китай, можно с таким, этот, как его, с окошечком, там будет показывать, сколько осталось энергии в аккумуляторе, вот, скажем, из Китая заказываешь, и получается 1673. Но я попроще заказал вот такой. Точь-точь пришло. В хорошей упаковке, все четко. Заказы вон сколько, 421 по заказу тоже смотрел. Заказы хорошие, люди заказывают, отзывы почитал. Ну, все в основном минус пишут, что аккумулятор чуть-чуть тяжеловатый, ну, 0,5 килограмма. Ну, извините, там объем прям должно быть очень много. Я осенью потестирую и уже точно скажу, там хороший повербанк, нет. Ну, сейчас вот по коробке я уже знаю, что неплохой повербанк. Ну, вот здесь вот, скажем, 1539 рублей. А если в магазинах,
смотрите, уже цена 2299, 2080, 2080, 500 рублей экономия в Алиэкспрессе. Бывают риски, когда ты... Бывает риск, когда ты заказываешь, и посылка может не прийти, или же там споры открывают, и всякая фигня тоже бывает, я согласен. Но надо читать отзывы, вот так. Вот такая распаковочка у меня, ребята, была, и это распаковка с Алиэкспресса. Не от подписчиков, а с Алиэкспресса. Поделился своим приобретением. Хорошее приобретение, хорошей упаковки. Все по этим, как сказать, по характеристике, думаю, совпадает. Такой мощный, мощный такой. Громоздкий чуть-чуть, не из легких, но посмотрим, как себя покажет в деле. Сколько раз этим пауэрбанком, наверное, я заряжаю свою видеокамеру Panasonic где-то раз 5, наверное. Вот. А этим уже буду заряжать аккумулятор и в избушке сидеть с таким светильником. Такие дела. В общем, всем пока. Кому не лень, кому нужна эта вещь, заказывайте. Ссылку я оставлю в описании канала. А на этом все. Всем пока.